Всем привет! И сейчас я вам покажу репортажик. Это Унтерзагрец. Вот. Сегодня потрясающая погода. И сейчас мы отправляемся в автобанк оплатить фюрошайн. Фюрошайн – это водительские права австрийские. Я сейчас меняю, так как российские права были 6 месяцев всего, действительно. Сейчас у меня их забрали, их ликвидируют. Я больше их никогда русские не увижу. Буду ездить на австрийских, когда сдам. Вот. Вот в этом доме живет Ирен, наша подруга, на третьем этаже. Третий этаж – это у них второй этаж, потому что первый этаж у них нулевой считается, не как первый. Вот. Эта трасса идет Хеленблюд, сейчас должен подойти автобус, и мы поедем в Винклер. А в Винклерне там уже такой небольшой городок. Сейчас я все расскажу, покажу. Сегодня очень хорошая, потрясающая погода. А это Унтерзагрец. Унтерзагрец – это дорога, которую вы видите прямо. Она ведет вверх на Фридхоф. Фридхоф – это кладбище католическое. Там же у них и церковь, кирха так называемая. Вот. А это впереди я показываю, это ресторан частный. И таких ресторанчиков и отелей очень-очень много по Австрии. То есть почти на каждом шагу. Здесь больше ресторанов и отелей, чем, наверное, самих зданий частных. Вот. Везде возле домов очень ухоженно, очень аккуратненько. Вот. По этой дороге очень часто ездят музейные машины, причем такие архивные, исторические машины. Очень интересная тема. Потом мотоциклы, байки. Особенно в субботу-воскресенье это часто происходит. Вот посмотрите, даже вверху там в горах видны, сейчас я попробую приблизить, домики. Вот люди высоко в горах живут тоже. Воздух чистый, потрясающе чистый, изумительно чистая вода здесь. Вода здесь просто класс. Вот ее пьешь прямо из крана, из-под крана, не надо ее очищать, она сама по себе очень хорошая. Вот, вот Харальд стоит, ждет автобус, и сейчас мы с Харальдом отправляемся в Винклер. Вот. Еще раз покажу вам природу Австрии. Вот, от Унтерзагреца до Винклерна где-то приблизно получается 9,6 километров. Это старый городок, очень тоже старый городок, так же, как и Долях. Вот. Впереди там тоже идут жилые дома, здания. Это вот такая остановочка прямо через дорогу. Вот. Это расписание, как ходит здесь автобус с Хеленблюта. И вот буквально сейчас минутка, полминутки остается. Приходят они очень точно, автобусы. Смотрим на красоту гор. Облака немножко появляются. А это мусор буквально за пару дней будет убран, потому что это ремонт делался. Убирали балконы старые и ставили новые балконы. Вот. Здесь не залеживается ни мусор, ни грязь. Все это убирается, чистится до основания. Легкий ветерок слышно. Я думаю, что на видео будет тоже слышно этот ветерочек. Вот. А это апартаменты, так называемые. Это от государства люди получают, и они платят арендную небольшую плату, коммуналку. Ну, как обычно. Единственное, что они не в частной собственности, а государство. Как раз наша подруга Ирен здесь и живет, в этом доме. Хотя у нее папа был бургомайстер. А бургомайстер — это мэр Долаха. Его уже давно нет. В годах был. Вот, и прожил очень-очень немало лет. Он почти 100 лет прожил, папа Ирен. Здесь вообще рядом буквально живет мужчина. Ему 103 года, а бабушке 107 лет. Вот так долго здесь живут. Я ходил вчера и вообще по кладбищу, по Фридхоф. Очень много похороненных, я смотрел захоронения, большое количество, которые прожили здесь 100 и более лет. Вот такая закономерность Австрии. Так что, кто желает, приезжайте, обустраивайтесь, вам понравится.
Стрессорика здесь ноль, можно сказать, потому что нету этих интриг, сплетен, люди очень хорошие. Вот, пожалуйста, поехали мотоциклы с колясками. А тут прямо целыми этими особенно в субботу-воскресенье эти байки табунами прямо мчатся, они здесь с таким грохотом рассекают. Вот, едут в Хеленблюд, и эта трасса идет через Хеленблюд в Зальцбург. Она идет полностью по горам. Вот. Ждем автобус. Ждем сейчас автобус. Что-то он за это... Zeit? Оживленность трассы не особо большая, пробок здесь нету. Пробки бывают единственное на границах, это когда едешь в Венгрию, допустим, там в Любляну, в Словению, в Италию, там есть на границах пробки стоят на частных машинах. А так, чтобы сказать, пробки нету пробок. Вот. Все очень хорошо организовано, и, в общем-то, машина нужна, может быть, только в деревнях здесь. А так, с транспортом, ну, никаких проблем абсолютно нет. Вот. И автобусы хорошо ходят, и поезда комфортные ходят. Садись и отдыхаешь. В поездах интернет есть. Ну, шикарно, роскошно, что я могу сказать. Сейчас я отключусь и буду включать новый репортаж. Пока автобус не подъехал, на время отключаюсь.